Здравствуйте! Сегодня мы начинаем уроки по вязанию крючком. Для этого нам нужны нитки и крючок. В этом видео мы научимся делать цепочку из воздушных петель. Для этого нам нужно сделать первую петлю. Как мы это делаем? Берем крючок, нить. Берем крючок, заводим вверх, сделаем, как бы обворачиваем нить и протягиваем нить через эту петельку. Вот у нас получилась петля. И дальше придерживаем этот хвостик и опять вытаскиваем петельку. Так у нас уже две петли и так далее. И набирайте цепочку из петель, количество, которое вам нужно.